Итак, всем привет, ребят, это Clash of Clans, и сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Наконец-то вы все долго этого ждали, вы просили. Была создана Академия клана Immortals, название вы увидите сейчас на экране. Клан называется Mortals. Я думаю, здесь нетрудно догадаться. Думаю, многие знают, что Immortals у нас переводится как «бессмертные», а Академию логичнее всего было назвать «смертные», то есть Mortals. И... если посудить, то правило, вообще цель любой академии клана это для того, цель такова, что в академии вы поднатаскаетесь, к вам будет доверие, и вы уже после академии переходите, собственно, в основу. И как бы здесь... такая система, то что вы из смертных переходите в бессмертные. То есть такая вот довольно неплохая логическая цепочка, на мой взгляд, получилась. И в принципе мне название и приглянулось, и сама логическая цепочка тоже присутствует. Так что мы выбрали такое вот название с ребятами. Правила приема вы видите сейчас на своих экранах. Это донат 500 в сезон, 1 к 2, то есть вы просите 500. Вы даете, вернее, ребятам 500, а сами можете получить 1000, то есть 1 к 2. Также исключены из клана вы будете за мат, оскорбление, донат не по запросу и не участие в клановой войне. Условия приема я долго думал, и все же пускай это будет ТХ-7 ближе к фулу. Примерно, ну пускай у вас будет 80% 7-го забора, остальные 26-го и приблизительно, ну... опять же, на 80% прокачан деф, то есть незначительные какие-нибудь Теслы у вас будут не до конца прокачаны, там король какого-нибудь второго уровня. То есть, я думаю, вам понятно. По поводу 8-го таунхолла, это, наверное, недавно перешедший ТХ-7 на ТХ-8, который уже успел маленько на нем раскачаться, прокачать весь забор до 7-го уровня и все из этой серии. Думаю, вам понятно. В общем... ребята, которые вступят в Immortals, вы будете здесь развиваться. Клан Вар здесь будет проходить 2 раза в неделю. Я маленько ошибся, когда написал «Участие в войне». «Участие в войне» здесь будет два раза в неделю. Будут отбираться пряморукие игроки. Криворуких мы будем кикать без всяких угрызений совести. Вы должны будете хорошо играть, не лажать, и, возможно, вы попадете в основу Immortals. Сейчас не спрашивайте, почему я с Викинга сижу в Immortals. Я сюда закину свой второй аккаунт и с Викинга перейду обратно в основу. Так что, ребята, вы будете общаться со мной, будете общаться с другими ребятами из клана Immortals, которые пришли сюда мне на помощь, помогать. Но, возможно, некоторые здесь так и останутся, а, возможно, некоторые уйдут обратно. В принципе, я думаю, все вам понятно. Академия Immortals, вступайте. Правила приема на ваших экранах. Давайте прямо при вас я изменю участие в войне. Участие у нас будет 2 раза в неделю. Где же? Вот 2 раза в неделю. Сохраняем. В принципе, ребят, все. Все, что хотел сказать, сказал. Академия Immortals, вступайте, мы вас ждем. Еще хотелось бы сказать то, что в Immortals тоже идет набор игроков, а именно с прокачкой ближе к фулл ТХ-8. Лучше, конечно, фулл ТХ-8. В принципе, здесь уже сейчас будут все примерно одинакового уровня, именно близко к ТХ, к фулл ТХ-8 и, соответственно, ребята, с фулл ТХ-8. Так что, ребят, ждем вас как в Immortals, так и в Immortals. На этом теперь уже точно все. Спасибо, что смотрели. Повторюсь, ждем вас в обоих кланах.